Магистрант Казанского федерального университета Нафис Сиразетдинов стал победителем национальной премии «Студент года 2017». Этой победе была посвящена пресс-конференция, которая прошла в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Помимо самого студента года, ее посетила и победитель премии «Доброволец года» образовательных организаций высшего образования Мария Рязанова. Победители ответили на различные вопросы. Так один из них затронул качества, которые помогли добиться премии. У меня все время такая политика какая-то вот внутренняя, что нужно быть вот просто скромным. Вот пригодился ты, хоп, там прояви, там надо вот какие-то вот искать такие моменты, когда ты можешь чем-то быть полезным, и уже вот не просто там эй говорить, а вот хоп, подошел, молча сделал. Ну, вот я думаю, что это тоже хорошее качество. Значительную часть своей речи победители посвятили причинам своего успеха. Для них одной из основных составляющих стало развитие молодежной политики в Татарстане. Победители Всероссийской премии становятся примерами для студентов. В этом году этот пример — студент Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.